приветствуем всех миром Божьим. Особенно мы хотим поприветствовать тех, кто впервые подключился к нам на этом богослужении, кого пригласили, может быть, соседи, родственники, друзья, знакомые. Мы здесь проводим пятничное богослужение, которое по откровению Господню, это богослужение для семей, чтобы семьи могли иметь свое переживание живым Богом. Я хочу пригласить вас для начала. Давайте мы встанем на колени. А вы, гости наши, чувствуете себя свободно? Давайте помолимся. Мы взываем, о Отче, о силе, которая в крови Господа Иисуса. Мы молим о Твоем благословении, прощении, обновлении, общении, чтобы Дух Твой Святой мог действовать посреди нас, даруя нам полноту общения с Тобою, чтобы на этом богослужении мы могли иметь переживания с Богом живым. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь. И сейчас мы с вами споем гимн, псалом. Я приглашаю, давайте все вместе споем поклонение Богу. Бог находится в храме. Всемогущий Отец, пред Ним мы предстали. Благоговений, посвященные слуги, поклонимся мы Всевышнему. С любовью, духовно, с благостью. Мы поклонимся Богу, потому что Он находится в церкви. Христос находится в храме. Он наивысшее благо. Которое дошло до нас через кровь Его. О вечный Агнец, Ты стал жертвою. Умерев за нас на кресте. Ты избрал пострадать и умереть в умилостивление. Христос находится в храме, в церкви. Приди и заполни собою весь храм, божественный наставник, и обитай в сердцах наших. Несравненный Учитель, дай нам Твое учение, проясняя для нас благословенный закон. Слава Иисусу! Так чудесно славить Господа в этом общении. Давайте мы продолжим поклоняться Господу.
Этой ночью я видел Иисуса во сне, и Он дал мне совет. Не ходи другими путями, потому что я есть им дверь на небеса. Я умолял Иисуса: «Господь, смилуйся надо мной. Я живу, блуждая в этом мире, без утешения, без мира». Sem paz, sem consolação, sonhei com Jesus esta noite. Um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Uma voz me falou baixinho. E голос тихонько прошептал мне в глубине сердца моего: о грешник, приди скорее. Cristo te dá salvação. И Христос даст тебе спасение. Cristo te dá salvação. Sonhei com Jesus esta noite. Um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Louvado seja o Senhor. Слава Богу! Мы можем собраться и поклоняться Богу нашему, потому что хвала – это выражение благодарности искупленной души Богу нашему за все, что Он сделал для нас. Давайте мы продолжим славить Бога и споем Ему еще один гимн. Я источник жизни. Во мне вы сможете найти мир для души вашей и смысл жизни. Потому что я хочу поить вас с рук моих живыми водами и утолить жажду вашу. Я хочу заполнить пустоту твою. Я хочу обитать в сердце твоем и повести тебя за пределы того, о чем ты представлял для себя о благе. Это то, что я имею для тебя. Из-за того, что я сильно возлюбил тебя, я умер на том кресте, но я воскрес. Eu sou quem apaga tuas transgressões. Я смываю с тебя проступки твои, я умер на кресте за тебя, чтобы ты мог стать моим. Приди,
следуй за мною. Слава Господу! Так чудесно! В этот момент мы послушаем с вами пасторское послание. Это ресурс, который Бог дал нам в этот период пандемии, социальной дистанции, чтобы пастора могли выразить свою любовь к стаду. Это послание не к одной только церкви, но ко всем нам, кто в общении Духа. Послание «De Valdu Nevis» церкви Порту Сегуру, Баие. Возлюбленные братья и сестры из Баянау, Казас Новос, Порту Сегуру, Баие. Мы знаем, с каким нетерпением вы ждете, когда богослужения снова начнутся. И мы славим за это Богу, мы ожидаем. Но всегда радуйтесь в Господе. Бог нас поддерживает ежедневно через социальные сети. Будьте тверды в Господе, как написано филиппийцам, да? Ни о чем не заботьтесь, да? Но всегда в молитве и прошении, благодарении открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Возлюбленные, сестры, братья, молодежь, дети, я вас обнимаю. Очень скоро мы снова будем вместе в домах молитвы поклоняться Богу и будем еще больше радоваться в Господе. И псалмист сказал в 121 стихе: «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень, и желание мое, чтобы все вы продолжали твердо быть в работе Духа Святого, сердцами исполненными благодарности спасшему нас, да утешит вас Дух Святой. Мир Божий всем вам». Слава Господу! Это чудесное послание, да, которое мы услышали. И я хочу пригласить вас к еще одному моменту. Это период молитвы.
как мы уже сказали, богослужение в пятницу – это молитвенное богослужение. Давайте мы проведем в молитве. Бог хочет благословить вас. То, в чем вы нуждаетесь, склонитесь и всей семьей молитесь пред Богом. Молитесь, мужья, жены, дети, если вы даже один дома или на работе, склоните колени ваши и молитесь. Я уверен, что Дух Святой посетит вас в этот час. Давайте помолимся.
Это так чудесно, да, молиться. Это ресурс, который Бог дал нам. Это привилегия говорить живым Богом в молитве. Я хочу сказать вам, братья и сестры, Бог, Он Бог живой. Он слышит молитвы наши и отвечает на наши молитвы. И Бог дает нам чудные переживания через Слово Свое. И в этот час я хочу пригласить вас, всех вас. Давайте мы возьмем наши Библии. Каждый у себя, где вы находитесь, можете поделиться своей Библией. Воззовите о силе крови и попросите у Бога, чтобы Он проговорил к вам. Потому что в Евреям написано 10:19. Иметь дерзновение входить во святилище кровью Иисуса Христа. Вы воззовете Господу о силе крови Иисуса. Вы откроете Слово, поставите пальчик на стих, и Бог будет говорить к вам. И Бог тебя наставит через этот стих. Верою вы можете иметь этот опыт с Богом. Давайте мы споем. Пока мы будем петь псалом, вы будете говорить с Богом, и Бог будет говорить к вам через свое Слово. Если ты хочешь наслаждаться самым сладким миром, и чтобы ты не дал мне узнать, познать или пройти, я все равно буду всегда счастлив с Иисусом. Я счастлив с Иисусом. Я счастлив с Иисусом, моим Господом. Несмотря на то, что ограбил меня жестокий искуситель и атакует меня своими негодными искушениями, о, я уверен, что несмотря на боль, скорби, я буду с Иисусом счастлив всегда. Мой скорбный грех был оплачен на кресте таким кабальным образом. Даровал мне Господь незаслуженную, несравненную милость, поэтому я счастлив и воздаю благодарение Иисусу. Я с нетерпением жду пришествия Господа.
моего, вскоре он придет за мною. Я отправлюсь на небеса, где я буду жить вечно. Счастливый с Иисусом во свете Его, вместе с искупленными. Слава Господу! Это чудный опыт, да, видеть, когда Бог говорит к нам через Слово Свое. И мы верим, что Бог проговорил и к вам через этот чудный опыт вопрошения Слове. И я хочу пригласить вас. Давайте мы встанем на наши ноги, и мы помолимся в заключении этого богослужения, выражая Ему нашу благодарность. Если сможете, давайте встанем. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за это богослужение, за эту привилегию петь хвалу Тебе, слышать Слово Твое, иметь опыт, когда Бог говорит к нам, опыт, когда мы молимся к Тебе, и Ты отвечаешь с престола благодати на молитвы наши, на ходатайства наши, на все те нужды, которые мы принесли пред Тобою. И те, кто больные, попросили благословения здоровья, дай здоровье детям Твоим. Если кто-то без работы, открой двери, Господь, поддержи, дай Твое благословение. Ты Бог, провидец, Ты усматриваешь все. И мы просим особенно благословение духовное, здоровье духовное и мир духовный, Господь. Дай это благословение, прими это богослужение, мы молимся во имя Господа Иисуса. Аминь. Слава Господу. Можете присаживаться, возлюбленные. Прежде чем мы закончим, мы хотели сказать вам, что сейчас на экране для вас, кто живет в Бразилии, телефон бесплатный, горячей линии, чтобы вы могли позвонить для гостей. Все те, кто в гости к нам пришел, кто живет в Бразилии, кто не является членом нашей церкви, можете позвонить, пообщаться с одним из наших пасторов, за вас помолиться. Если у вас есть какие-то сомнения, вопрошения, слове, то, что Бог проговорил к вам, пастора в вашем распоряжении. Также QR-код для тех, кто за рубежом живет. Если вы приглашенные наши получили это приглашение за рубежом, можете написать нам это номер телефона для WhatsApp, чтобы вы могли связаться. И последний QR-код, чтобы вы могли поделиться вашим переживанием, ваш опыт, который вы имели, как Бог проговорил к вам, какой опыт вы имели в течение этой недели. На этом богослужении мы хотим возрадоваться вместе с вами благословением, которое дает Бог. Мы прощаемся с вами. Мир Господа Иисуса.